Россия, это мы. Что тут сложного? На самом деле очень трудная работа, потому что надо показать так и не забыть про всех, потому что мы правда такая большая страна, которой надо гордиться, и надо показать эту национальность, ту национальность. Смотрите, это ирландский крем. Это единственный безалкогольный напиток в Ирландии. Все остальное это соки, воды, то есть там больше бьют алкогольные. Мы перерыли весь интернет в поисках безалкогольных напитков. Мы нашли, мы сделали это, мы преодолели это. Долго репетировали. Придумывали разные блюда, рецепты подбирали подходящие. Это очень такая самобытная страна с очень колоритной и калорийной кухней. Стереотипы о Молдавии вы знаете? Например, про то, что все молдаване строители, это не так. Люди там работают не только на этой профессии, не только по этой профессии. Что еще можно сказать? Что только всякие баклажаны и все прочее там из еды существует. На самом деле очень богата своими блюдами кухня молдавская. Например, на нашем столе вы можете отведать торт молдавский, который называется «Шапка Гугуце». Это по старой молдавской повести, легенде. Кипр – это очень замечательное место. Там родилась и богиня Афродита. И по местному мифу Великий потоп устроили. Что только там не случилось. А это тарелка в форме каравая, в котором приплыла богиня Афродита на остров Кипр. Интересный факт, то что англичане, они очень скромные и привержены своим традициям. А какие стереотипы вы знаете об Англии? То, что они очень часто пьют чай, хоть мне кажется, на самом деле, они пьют чай, но не в таких больших количествах. No,
Ирландия славится тюльпанами, а также мы представляем День короля. Традиционно в этот день все, никто не работает, все веселятся, ходят в оранжевом цвете, собственно, вы можете наблюдать. Также Голландия славится своими пончиками, лакрицей и картошкой с сосисками. Вот. На самом деле очень много интересных фактов есть и достаточно неожиданные, особенно для нашей культуры. Например, то, что китайцы не едят молочные продукты. Или то, что они не едят сырые овощи и фрукты, а только в приготовленном виде. Самое сложное, наверное, было найти время для репетиций и найти костюмы. Но костюмы так и не нашли, поэтому шили все вручную. В Москве, мы читали историю, мы хотели быть как можно ближе. Побывали даже в армянской церкви и изучили их традиции. А также мы общались с людьми из Армении вживую и также через скайп. Ее путают с Австралией и говорят, что культура похожа с Германией. Но это только на первый взгляд. На самом деле это очень разные вещи. Неописуемо. Приходите, прошу вас, в концертный зал. Сейчас все продемонстрируем в лучшем виде. Это то, что бананы на Кубе являются ингредиентом практически для всего. То есть это и начинка для тортов, и просто закуска к чему-либо, и даже как пюре, и даже просто как ну, мясо его подают. То, что там нет интернета, наверное, самое больное для нас. И то, что там нельзя купить новую иномарку без разрешения государства. Первое место получает ИИЯ. Первое место — Институт иностранных языков. Все, друзья, больше ни для кого не секрет, кто является победителем. Фестиваль студенческого творчества «Дружба МГФУ-2016» официально